В общем, ребят, всем привет, находитесь на моем канале, и сегодня, как вы поняли по названию видеоролика, мы будем, значит, смотреть, где нам больше всего заплатят. То есть, ребят, не в час, а за 10 минут, потому что, ну, некоторым людям надоедает сидеть подолгу, как вы видите, у меня 0 на балансе, вот. И, соответственно, сколько я заработаю в 10 минут, да, сегодня у нас будет 3 работы, это лесопилка, это у нас шахта, работа с киркой и, опять же, шахта КамАЗ. Вот, ребят, скилл у меня 22-й, можете посмотреть, или 23-й, я не помню. Вот, на лесопилке, да, 22 уровень. То есть, соответственно, буду получать за килограмм по 416 рублей. Вот, соответственно, время у нас, ребят, 23:06, пускай будет. Вот, ну, а мы начинаем, поэтому всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. А сейчас перемотка. В общем, ребят, за 10 минут мы заработали 56 тысяч рублей, 160, ой, 56 тысяч, 160. Мы заработали на лесопилке. Соответственно, сейчас мы едем в банк, кладем эти деньги и едем на шахту. Да, друзья, опять же, быстрая перемотка, я извиняюсь за какие-то лаги, если они есть, уж не обессудьте. Ну а мы поехали класть деньги и на шахту. Вот, ребят, мы добрались, да, работаем с киркой, время 21:20, как вы видите, работаем до 21:30. Да, там секунд 30, я думаю, не в счет. Пилим, рубим абсолютно любые, ребяточки, опять же, быстрая перемотка, это пруфы все-таки как-никак, ну а мы начинаем.
В общем, ребят, киркой не получилось, потому что это вообще невыгодно. Я за 6 минут заработал только 5000, потому что я рубил только один уголь, там больше ничего не было, да и к тому же ждать. Поэтому киркой работа сразу отклоняется. Почему? Потому что там как повезет. 5040, ребят, их я класть не буду. Просто потом вычтем, и мы сразу переходим на КамАЗ. Извиняюсь. То есть время у нас 20, грубо говоря, 21-27. Поэтому мы начинаем. Опять же, быстрая перемоточка, ребятки. Все. В общем, ребят, такая вот беда приключилась, да. Время 21:36, я успел произойти и сделать еще два рейса. В итоге я заработал 90 тысяч, то есть какой итог? Лесопилка 56 тысяч, шахта, где руда, 5 тысяч и КамАЗ 90 тысяч. Поэтому, ребята, мне кажется, выгоднее работать на КамАЗе. Вот. Самая такая хорошая работа. Но, естественно, чтобы на нем работать, надо сначала прокачать 15-й скилл на... Получается, вот на вот с киркой поработать. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.